Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оксана. Вы на моем канале «Вяжем вместе». Навязала красоты для своей мамочки. У нее завтра день рождения. Но так получилось. Я снимала все попетельно, но каким-то непонятным образом у меня исчезли все мои видео. И поэтому я решила записать обязательно экспресс МК, чтобы рассказать, как я рассчитывала, как я вязала. Узор этот я уже вязала. И есть он у меня на канале, есть как его вязать. Там джемпер виноградный сок. Вот здесь в верхнем правом углу я вам ссылочку кину, чтобы посмотреть, как вяжется этот узор. И хочу сказать про 21 ряд, по которому было очень много вопросов. Я не пересматривала видео, говорила я о нем или не говорила. Но там стоит в рапорте узора в начале ряда 3 петли вместе. В начале ряда вяжите 2 петли вместе и накид. А потом уже, вот, например, я вам сейчас покажу, это вот это место. Вот здесь 21 ряд у меня. Здесь не получается вязать 3 петли вместе, поэтому в начале ряда нужно провязать 2 петли вместе. А дальше уже вязать все время 3 петли вместе. Накид, 3 петли вместе, накид и так далее. А в самом начале ряда 21 2 петли вместе. 2 петли вместе и накид. Так, изделие у меня связано на 54 размер. Пряжа у меня Вита Сапфир. Показывать уже нечего. Клубочки практически все закончились, моточки. Цвет это номер 1501. Здесь 250 метров в 100 граммах. Пряжа очень расходная. Сразу я планировала вязать с длинным рукавом. Связала один рукав, у меня почти закончилась пряжа. И даже на 3/4, если бы хватило на 3/4, то не хватило бы на обвязку горловин. Так что, если вы будете вязать из такой пряжи, то имейте в виду, что пряжа это очень расходная. Она тяжелая, поэтому в мотке ее не так уж много. Ну и давайте приступим уже к расчетам. Для этого нам нужно связать образец. Я связала образец, использовала два рапорта. Я его не во всю длину рапорт, не во всю высоту рапорта вязала. А вот отвязала 5,5 сантиметров у меня здесь. Измерила его. 23 сантиметра должно быть. Так, сейчас выровняем. Да, 23 сантиметра. А здесь у меня 56 петелек. Вот. И измеряйте окружность груди. Итак, выявляем плотность петель. 56 петель делим на 23 сантиметра. Я вам вот так поближе тетрадочку поднесу. Сделайте так, вот так. Сделайте скриншот, чтобы можно было вязать. Я думаю, тут все будет понятно. Но я еще сейчас расскажу, что где есть. Вот это 56 петель моего образца разделила на 23 сантиметра. Я всегда вяжу образец. Не ленитесь. 20 минут заодно и узор испробуйте. Разделила на 23, получилось 2,4. Это плотность петель. Окружность груди у модели 112 сантиметров. Прибавила 4 сантиметра на свободу облегания. Получилось 116. Полуобхват 116 делим на 2. Мы же вяжем деталями. 58 сантиметров должна быть одна деталь. Итак, 58 умножаем на плотность петель 2,4. 139. В рапорте 28 петель. Приближайте свой рапорт вот к этому, что у вас получилось. Например, у меня 28 умножить на 5 – 140. Прибавила 2 петли кромочные и 1 петлю я делаю лишнюю
в конце ряда. Вот здесь еще в самом конце ряда я прибавляю одну петлю. Она всегда у меня лицевая. Дальше я использовала спицы для вязания, спицы номер 3,5 и спицы номер 4. 5 сантиметров я связала резинку на спицах номер 3,5. Дальше я перешла на спицы номер 4 и связала еще 35 сантиметров. Так, сейчас я разложу. Если как будет попадать в кадр, буду смотреть. У меня даже стоит вот маркер. До начала вывязывания проймы я связала всего общую высоту вместе с резинкой 40 сантиметров. Рост у моей мамы 162 сантиметра. Вообще можно было бы и 38 вязать, но она пожелала, чтобы я ей связала 40 сантиметров. Ну, хозяин барин. Дальше, девочки, дальше. А дальше мы будем рассчитывать с вами, как вязать пройму. Пройма. Для проймы есть формула, которой пользуются очень многие. Она есть в открытом доступе в интернете. Я ее знаю уже очень давно, лет 10 точно знаю и пользуюсь ей. Значит, эта формула. Так, давайте снова поближе, чтобы вот она, самая верхняя строчка, окружность груди, полностью окружность груди, которую у нас мы измерили, делим на 8, прибавляем 1 и делим на 2 и умножаем на плотность петель. То есть у меня 112 разделила на 8, получилось 14, прибавила 1, получилось 15, разделила на 2, получилось 7,5 и умножила на 2,4, получилось 18. То есть я должна закрыть 18 петель. Здесь я уже никакую формулу дальше не применяю, просто начинаю с пятерки. Вот если большой у вас размер, то начинайте с шестерки. Если у вас, например, от 58, то начинаю вот здесь я с шестерки. А в данный момент 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1. Общее количество вот этих цифр 18 петель. Итак, закрываю с обеих сторон поэтапно 5, 4, 3, 2, 2, 1. Но когда я закрываю первые 5 петель, отступлю и повешу вот здесь маркер в этом же ряду. Обязательно от этого маркера я уже измеряю высоту проймы. Высота проймы. Вот в данный момент у меня спинка. Я рассказываю про спинку. Итак, это рассчитали, начали вязать, повесили, связали. И начинаем, когда уже мы вывязали пройму, маркер висит, начинаем высоту проймы рассчитывать. Как рассчитать высоту проймы? Проще не бывает. Окружность груди делим на 8, прибавляем 7. Формула рабочая. Всегда садится все очень хорошо. Все испытано уже, девчонки. Итак, 112 своих петель я делю на 8, получается 14, и прибавляю 7. То есть вот от этого маркера до начала скоса плеча я вяжу 21 сантиметр. 21 сантиметр провязали вместе с проймой. Все, естественно, считается. И начинаем делать расчет горловины и плеч. Так, секунду. Так, вот запись. Итак, когда я закрыла и провязала, у меня на спицах было 107 петель.
Вот это оставшееся количество петель нам нужно разделить на 4. 107 на 4 не делится. Значит, мы убираем одну петлю. Это образно. Убираем одну петлю, мы ее отправляем вот сюда, на горловину. Получается 106 петель. 106 петель делим на 4, получается 26,5. То есть 26,5 у нас не может быть 26,5 петель, да? Значит, от плечей мы еще по 0,5 убираем, это получается еще одна петля. Тоже ее отправляем к горловине. Значит, петли у нас 26 и 26, а еще две части 26,5 мы соединяем. 26,5 и 26,5, получается 53. Смотрите, 53 плюс 1 отсюда и плюс 1 с плеч. Вот получается у нас 55 петель на горловину спинки. На горловину переда, само собой, будет такое же количество петель, только там закрывать будем по-другому. Итак, здесь я тоже никаких формул не применяю. Просто от, например, 55 приблизительно делю пополам. Чуть больше половины беру на центральные петли. Это 25 я взяла здесь центральные петли. Остальные 30 петель на боковые петли, которые мы будем сокращать постепенно. И эти 15 петель я, например, разделила таким образом. 5, 4, 3, 3. Я их закрывала поэтапно вместе со скосом плеча. Все одновременно. В каждом видео, если я вязала не реглан, а вточной рукав, как вот здесь у меня, я показываю, как связать. Все вместе, любое видео включайте. Даже вот предыдущее видео у меня, где желтый джемпер. Там очень все подробно показываю. Только там другие цифры вот здесь совсем. Там на другой размер. Но принцип вы поймете, если начинаю я вот с этого. А, ну и 26 петель я тоже делю на 4 приема. У меня получается 6, 6, 6, 8. Здесь то же самое, второе плечо. То есть я здесь должна за 4 приема закрыть и здесь за 4 приема. Если очень тонкая пряжа, разделите на 5 приемов, чтобы горловинка все-таки была заметна у вас. Ну, моя пряжа не тонкая. Вот, и поэтому я сейчас покажу, как получается глубина горловины. Это на спинке. Вот так. Скос плеча все плавно закрыто. Аккуратно. Везде я соблюдала узор. Это не очень легко в этом рисунке. И обязательно, девчонки, смотрите, чтобы все ваши накиды соответствовали прибавкам. Когда вот здесь начинается вот это все закрытие проймы, обязательно следите за вашими прибавками и за накидами, потому что может быть кривое косое изделие. Так, дальше переходим. Давайте, вроде про спинку все рассказала, но если я что-то забыла, обязательно спрашивайте все в комментариях. Я отвечаю. Записи у меня хранятся по несколько лет, и я все вам смогу. Чем смогу, тем я вам помогу обязательно. Еще у меня есть страничка ВКонтакте. И на моем канале есть в самом верху, если вы перейдете, есть баннер в розовых тонах. Там в верхнем правом углу есть значки. Значок Яндекс.Дзена, значок ВК, значок Инстаграм. Но в Инстаграм я сейчас не хожу, потому что все время VPN включать и выключать не вариант. И не нравится мне это все дело.
Вот. А ВКонтакте я вообще постоянно бываю и вижу, что мне пришло сообщение. И когда вы пишете комментарии в Ютубе, мне тоже обязательно приходит сообщение. Также на Яндекс.Дзен задавайте вопросы. Сейчас мои все ролики публикуются на двух каналах, на Яндекс.Дзен и на Ютуб. Обязательно в приоритете, конечно же, YouTube, потому что самая удобная площадка, но и Яндекс.Дзен обязательно. Подписывайтесь на всякий случай, чтобы не потеряться. И вот такие моменты, когда у меня не будет таких каверзных ситуаций вот с этим с этой кофточкой, что у меня пропали видео. Может быть, я что-то почистила, вроде не чистила, не понимаю, что случилось. Итак, давайте перейдем к переду. А еще хотел сказать, что вот из этой пряжи резинка некрасивая получается. Вот, неровная и некрасивая. Вот лицевая гладь хорошо смотрится. И опять же, узор этот, когда только его вяжете, он гармошкой будет у вас. Вот у меня отпаренные уже образцы, потому что выглядит, когда не отпаренный, ужасно. А вот в отпаренном виде все красивое, шикарный вид, нарядный и прям, как говорится, дорого-богато, да? Так, передняя часть. Ну, передняя часть вяжется точно так же. Начало все то же самое. Отвязали резинку нужной вам высоты. И перешли на другие спицы. Хотите, переходите, хотите, не переходите. Главное, я вам рассказала, как рассчитать на любой размер. Абсолютно на любой. Снова провязала от резинки 35 сантиметров до начала проймы. Как всегда, повесила маркер. Здесь у меня даже два маркера висят. Это перед. На переднюю часть я вешаю два маркера. Но еще хорошо тем, что здесь узор. Здесь особо и не собьешься. Ну и обязательно я считаю вот здесь кромочные петли, чтобы еще это контрольное уже. Смотрю по узору, считаю кромочные петли. Дальше. Связала до проймы. Отвязала пройму, и вот отсюда, от вот этого маркера, высоту я провязала 10 сантиметров до начала горловины по переду. Так, сейчас я, чтобы получше было видно, вот так вот горловина вот такая. Ну, сейчас она кажется, что она глубокая, так в ней 11 сантиметров у меня. Связала 10 сантиметров, начала вывязывать горловину. Сейчас расскажу, как рассчитать горловину для переда. Потом она уменьшится, конечно же, сантиметра на 3, на 3,5, смотря какую вы сюда хотите резинку. Сильно мелкую горловину я тоже не хотела. Это будет весенний джемперок. Такой с коротким рукавом получается у меня получился. Хотя он очень бы шикарно смотрелся с длинным рукавом. Итак, давайте смотреть мои записи. То же самое, девчонки. Опять у меня осталось 107 петель. Как всегда, одну петлю сюда, отсюда. И 0,5 и отсюда 0,5, это тоже одна петля, тоже она пойдет сюда в горловину. Все то же самое, 55 петель горловины должно быть, по 26 петель на плечи. Но здесь, мои дорогие, я вот это число делю на 3 части. Я разделила таким образом: 17 петель центральных и по 19 петель боковых. Вешаю маркеры на центральные 17 петель и начинаю отсюда, закрываю 17 петель и дальше вяжу лицевой ряд, потом изнаночный, и дальше в лицевом ряду здесь начинаю делать убавки. Здесь я убавки распределила вот таким образом. Здесь нам нужно закрыть 19 петель. Я это сделала вот так: 4, 3, 3, 3 раза по 2 и 3 раза по 1.
Вот здесь 9, и с этой стороны то же самое. И вывязываю горловину. Вывязываю горловину вот по этим цифрам, которые, смотрите, какая получается горловинка. Она очень аккуратная и закругленная, а плавное закругление. Дальше. Вот до этого места я закрывала. Здесь у меня висит маркер. Я не забываю, что мне до начала скоса плеча нужно связать 21 сантиметр. Я связала 21 сантиметр. Здесь вот у меня уже по прямой шло. И начала вязать скос плеча уже отдельно. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8. Отвязала эту часть, потом перешла вот на эту часть. Как я это делаю, подробно можно посмотреть. Опять же, повторюсь, в любом из моих мастер-классов, где я вяжу вточной рукав. В каждом мастер-классе я это обязательно показываю. Ну, вот такое у меня случилось. Но я не могла вам не записать и не показать такую красоту. Даже же очень было жалко. И главное, я уже все связала и отпарила. Если бы я даже не отпарила детали, я бы распустила. Но отпаренную пряжу я уже не использую никогда. Не распускаю. Она будет ужасно выглядеть. Это точно уже. Так. Значит, рукав я тоже, ну, если у вас есть достаточно пряжи, девчонки, давайте расскажу вам по рукаву. Я длинный рассчитала рукав, самый обычный длинный рукав я рассчитала. Так, секунду. Так, я подрисовала высоту вот здесь, потому что у меня не было подписано. Смотрите, как рукав я рассчитываю. Окружность запястья прибавляю 5. Прибавила 5 и получившееся число умножаю на плотность петель. Ну, например, 21, не например, а у меня было именно так, 21 прибавить 5 и умножить на 2,4, у меня получилось 62,4. Ну, я округлила до 62 петли. Нужно четное число для резинки 1 на 1. Итак, набирала я 62 петли, вязала на спицах номер 3,5 резинку 5 сантиметров и еще 35 сантиметров вязала, расширяя рукав прибавками в каждом шестом лицевом ряду. Давайте я сейчас отключусь и подпишу вот здесь, что я прибавляла с каждой стороны в каждом шестом лицевом ряду. Так, подписала. Вот смотрите, если вы длинный рукав вяжете, прям резинку отвязали и сразу в лицевом ряду начинаете. Провязали кромочную, провязали 2 лицевых или там вы... что у вас, как, или если у вас рисунок какой-то, я вязала просто лицевой гладью. И прибавляю однокромочно 2 лицевых, и дальше делаю скрещенную лицевой накид. Делаю просто скрещенный накид. Дальше вяжу дальше, и не довязывая 3 петли, из которых однокромочные 2 лицевых, я снова делаю скрещенный накид. И пошел отсчет с изнаночной стороны. Первый ряд, потом лицевой второй, изнаночный третий, лицевой четвертый, изнаночный пятый. И в лицевом шестом ряду я делаю то же самое. Одна кромочная, 2 лицевых и 1 скрещенный накид. С обеих сторон здесь провязали дальше и снова скрещенный накид. Вяжем. Всего 40 сантиметров в высоту и рассчитываем рукав. На данный момент у меня осталось, когда я сделала все прибавки, на моих спицах было 98 петель. Как я рассчитываю вот этот окат? 98 петель я делю на... То есть, ну, мы рукав делим образно на две части, чтобы сначала рассчитать одну часть, одну половинку оката рукава. Итак, разделила на 2, 98, разделила на 2. У меня... А почему не записано? Сейчас, секунду.
Так, подписала все. 98 разделила на две части, то есть половина, и получилось 49. И эти 49 петель мне нужно разделить на три части. Я их разделила вот так. 16, 16, 17. Первая часть 16, вторая часть 16 и последняя часть 17. Здесь будет все то же самое. Точно так же. И здесь я обязательно повторяю, точно так же закрываю, как я закрывала на спинке и на передней полочке акад. Такие же использую цифры. Здесь 5, 4, 3, 2, 2. Ну а единички пойдут вот здесь. Вторая часть, которая состоит из 16 петель, всегда закрывается. Вот сколько здесь есть петель, столько раз вы в каждом лицевом ряду нужно убавить по одной петле. 16 раз, то есть, например, 32 ряда вяжем всего. И в каждом лицевом ряду делаем убавку. И дальше я сейчас покажу, как я делала убавку. Ну, вот у меня вот такие рукава. Я вот эта часть провязывается. Это одна часть. Вяжем точно так же, как мы вязали на спинке и на передней полочке. Дальше вот отсюда у меня начинается вывязывание вот этих убавлений. Я их убавляла 2 вместе. Петли я провязала 1 кромочная, 2 лицевых и потом 2 вместе, но делала наклончик в противоположную сторону. Вот смотрите, здесь идет наклон сюда у нас, наклон влево, а я делала убавление с наклоном вправо. А здесь я делала наоборот. Вот так. Здесь наклон вправо, а убавки с наклоном влево. Вот так их заметненько, да? Заметно. Но для короткого рукава я тоже сейчас вам расскажу про короткий рукав, как рассчитывать. Пока просто вот общее, как правильно рассчитать, я вам рассказываю. И дальше, девочки, остальные вот эти 17 петель, это третья часть, я их закрываю так, 4, 4, 4, вот про эту четверку пока забыли, но она у нас есть, так, эта двойка какая-то здесь уже еще нарисована, она не нужна. В общем, вот эту четверку мы пока не трогаем. Здесь у нас все то же самое. И когда у нас останется, одновременно же мы все вяжем, одновременно. И когда у меня осталось, например, 8 петель, или сколько там, я уже точно не помню, я их закрываю в один прием. Вот эти вот последние, крайние цифры, я их просто закрываю в один прием. Вот таким образом сейчас покажу. Вот, чтобы тупенький был не острый кончик здесь, а вот такое тупое закрытие, как бы овальная головка получалась. Не острая, а вот полукругом. Потом вот так все будет пришиваться, и все будет ровненько. Ну, а сейчас я буду рассказывать уже, как связать с таким рукавом. Может быть, вы летние будете изделия вязать и с коротким рукавом, но также можно и с длинным. Мне кажется, что с длинным рукавом вообще было бы очень шикарно и очень замечательно. Ну, и когда я потерпела фиаско с тем, что у меня не хватает пряжи, одни фиаско у меня с этим джемпером, вот, ну, слава богу, что я его вообще довязала, хотя вязала прям с удовольствием. Девчонки, здесь я измеряем руку над локтем, где у нас локоть, поднимаемся выше локтя и прям над локтем измеряем руку. Окружность руки над локтем у нас получилась 31 сантиметр. Прибавляем тоже 5. Получилось 36 и умножаю на плотность петель 2,4. Вот плотность петель здесь самая важная и самая главная составляющая всего. Вот связали образец, и вы герой, можно сказать. Вы все на свете можете рассчитать только с плотностью петель. Ну и, конечно же, с некоторыми мерками. Окружность груди и там запястья или
руки в том месте, откуда будет начинаться рукав. Но здесь у меня, смотрите, я и получилось у меня 86,4, я взяла, округлила до 88. Думаю, пусть будет все-таки здесь изгиб, рука, руку подгинаем, как бы это в свободном полете, когда рука висит, она как бы немножко, наверное, потоньше. Но когда мы руку подгинаем, мне кажется, она немножко у нас и увеличивается. Я прибавила еще немного. Получилось 88 петель. Я связала 4 сантиметра. Хотя потом я подумала, что нужно было прям вот 3,5. Ну ладно, уже связано. 4 сантиметра я связала резинку на спицах номер 3,5. Дальше. И начала делать прибавки точно так же. В каждом шестом лицевом ряду я делала по одной прибавке. В итоге и провязала еще 7 сантиметров. То есть всего вот рукав у меня. Здесь я не вешала маркер. А здесь я быстренько посчитала, вот сравнивала по кромочным петлям. Один рукав и второй рукав. Здесь не ставила никакие маркеры. В общем, высота у меня 11 сантиметров рукав. И это до начала проймы. И смотрите, у меня то же самое, 98 петель получилось. Получилось по 5 петель я прибавила с каждой стороны. И у меня получилось то же самое, что и в длинном рукаве. И все те же самые расчеты, которые... Я, конечно, не художник, кулю-мулю у меня. Вот, и то же самое, девчонки, 5, 4, 3, 2, 2, потом 16 раз по одной петле, 4, вот откуда у меня вот здесь 5 взялось, не пойму. Так, сейчас пересчитаю. 4, 4, 4, это у нас 12, а, ну правильно, если прибавить 5, то будет 17, да, значит, вот тут ошибка, значит, вот здесь, кто с длинным рукавом вяжет, вот эта двойка была здесь не напрасно, я просто про нее забыла, вот здесь 5 и здесь 5, получается, что я здесь вот на макушечке закрыла 10 петель вместе, прям в один прием. И закрывала, я вам уже показала, от первую часть, которая у нас рассчитана. Получились расчеты. Я вот только увидела, что оказывается у меня одинаково все даже вышло. А вот это закрыла, потом 16 раз по одной петле. И получается, вот смотрите, какой окат. Вообще замечательный, просто идеальный. Идеальный окат. И он ляжет в рукав очень классно. Сейчас давайте примерим его к рукаву. Ой, к пройме. К пройме, например, переда. Так, принесла переднюю полочку. И смотрите, вот я две части, например. Ну, ее можно и наложить. Вот так наложить, да? Вот таким образом накладываем. И пошли. Все у нас замечательно. И нужно обязательно вот так поворачивать. У нас вот эта часть центральная, вот где у меня вот эти 10 петелек закрыто, да, она должна вот сюда приходиться. Вот, вот на макушечку, на начало скоса плеча. И давайте сейчас я приложу. Прикладываю. Так. Сейчас, секунду. Прикладываем вот так, все ровно, ровно. Вот он у меня центр. Когда он пришьется, он должен быть вот здесь. Смотрите, все вообще идеально получается. Все ровно. Потом я все по кромочным петлям сшиваю трикотажным швом. Если немножечко где-то не хватает, то там уже можно хитрить. Здесь брать, например, если у вас вот это выше получилось. Но если вы все будете вязать как вот по этим расчетам, то у вас должно все получаться в идеале. Все должно классно смотреться. Итак, мне осталось сшить плечи, обвязать горловину. В общем, все собрать, отснять для вас
видеонарезку или фотографию. Но, скорее всего, я видео сниму. Завтра я уже повезу к маме его. Вот хоть бы погода была хорошая. У нас как который день идут дожди. Хочется, чтобы солнечная была погода. И поснимать уже маму в нарядном джемпере. Ну, а вы уже увидели ролик, скорее всего, в начале. Ну, и на этом я буду с вами прощаться, девчонки. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Я всем отвечаю, пока у меня вас не очень много. Подписывайтесь, кстати, не забывайте подписаться. И не забывайте перейти на Яндекс.Дзен, чтобы тоже подписаться там на всякий пожарный случай. Я не заставляю и не прошу вас смотреть меня на Яндекс.Дзене. Смотрите, где вам удобно, какая вам площадка удобней, на то и смотрите. Все мои еще видео дублируются и ВКонтакте, и дублируются в Одноклассниках. Но в Одноклассники я очень-очень-очень редко захожу. Нужно скачать на телефон. Всего доброго, друзья мои. Желаю всем здоровья, мира. Будьте добры. Доброго сердца всем. Всем пока-пока.